ФКУ Центр Киносовещей из России по Саратовской области, Симонов Роман Олькович. Так, вот сегодня мы провели рейд. Какие итоги, сколько было составлено протоколов и кто попадался с какими нарушениями? Сегодня у нас проходил рейд по окончанию закрытой навигации. Было выявлено два маломерных судна, на которые были составлены протоколы административного нарушения именно за выход в ненавигационный период. Штраф от 500 до 1000 рублей, на них было выписано 500 рублей. Плюс еще в ходе проверки было помимо выявлено еще одно административное нарушение, за что судоводитель вышел не прошедший, а свидетельством маломерного судна. Также был составлен протокол административного нарушения. Сначала закрытие навигационного периода, утилизация Саратовской области, что вот помимо этого мы заметили людей, которые гуляют по кромке льда. Хотелось бы, вот, чтобы вы предупредили жителей, что выход сейчас вот очень опасен. Вот, да, все правильно. При проведении надзорных контрольных действий были выявлены граждане, которые пытаются выйти не на крепший лед, там, произвести прогулки или рыбалки. Рекомендации, во-первых, как бы, опять же, не рекомендация, а призываю ни в коем случае на такой лед не выходите до установления нормального естественного ледового покрытия более 8 сантиметров. А тот лед, который находится на территории, там 2-3 сантиметра, и большое количество промоин не является безопасным местом для отдыха. Как понимаю, уже для рыбаков уже есть случаи, так сказать, трагические. Все правильно. На территории Саратовской области вот в период именно ледообразования уже имело место быть несколько трагических случаев именно любители зимней рыбалки. Ну, если вы сами как бы о своей жизни не заботитесь, как бы, вы подумайте, что вы приносите в семью. Свои, извиняюсь, изображения экстремальные хобби, которые совсем безопасны, вы приносите горе для своей семьи, потому что может разные ситуации произойти. И рядом не может оказаться спасатель.